Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A12 включить режим «Не беспокоить». Заходим в настройки, опускаемся ниже до пункта «Не беспокоить». Можем его включить прямо сейчас, нажимая вот сюда. Но давайте для начала его настроим. Можем настроить включение режима «Не беспокоить» по расписанию. Например, давайте добавим новое расписание. С 10 до 7 пускай будет. И с понедельника по пятницу. Давайте назовем «Будни». После чего нажимаем «Готово». Как видите, у нас включена сейчас данная функция. Также можно настроить, чтобы звук в режиме «Не беспокоить», звук мультимедиа отключался. Но если вы хотите смотреть какие-то видео, то этого делать незачем. Разрешенные уведомления. Здесь мы разрешаем показывать нам значок уведомления, либо же нажимаем панель уведомлений, другие типы уведомлений. Если это выключено, то никакие уведомления вы получить не будете. И здесь вы можете настроить, собственно, например, включенную строку состояния, баннер в верхней части экрана, либо же включить уведомления. Давайте мы все это выключим, мы же не хотим, чтобы они нам показывались, пока мы отдыхаем. Разрешить сообщение. И запретить все, от любого контакта, только от людей из раздела «Контакты», либо же только от избранных. Давайте, например, выберем только от избранных, и то же самое от вызовов. Повторные вызовы. Если у вас эта функция включена, и если какой-либо человек вам звонит второй раз в течение 3 минут, то вы вызов услышите. Если функцию отключить, то вызов вы не услышите. Когда мы все настроили, просто нажимаем на ползунок, и функция включается. Также гораздо быстрее включать и выключать можно, просто открыв шторку, потянув, и здесь есть функция «Не беспокоить». Включается и выключается она очень просто. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!